целях доступности оказания медицинской помощи с 1 марта городская поликлиника Кызыла переходит на новый режим работы с 8 часов утра до 8 часов вечера, с понедельника по пятницу. Все врачи и специалисты работают в две смены. График работы диагностических кабинетов, флюорографии, рентгенографии и маммографии с 8 утра до 6 часов вечера.